Ты расскажи, как ты поступал, сколько раз ты поступала? Ой, много раз я поступала. Начиная с 63-го года. Я в 61-м году кончила. Ты чего? Снимаю. Не буду. Ну, интересно. Я тут что-то вскочил, сделал. Фигу хитрой, нет. Не буду. Я сама просто не помню. У меня частичная запись осталась. Характеристик. Виктор Антонович. Ну, я много раз поступала. Но не ректор МГУ Виктор Антонович Садовнич, а его тезка. Ну, я за математику не могла поступить. Они хитрые. Вась, выключи. Это здание, оно же ведь не только само по себе красиво, оно складывается из биографии МГУ. Вот когда выключишь, да, скажу. Вот они интересны. Вот именно. Тебе все главное записать. И довелось общаться.